Ну, о том, что такое реальность, что такое все, что мы видим. Заметьте, я про это, про все не говорю. И что я тут считаю? Я считаю, что ответа мы не имеем. Есть только версия. И, значит, ощущение предсказуемости, ощущение того, что все максимально, как любят особенно говорить дамочки, прозаично. Ну, естественно, прозаично для них-то, что у них, ну, они же изнутри знают все. Вот. Для них прозаично. Прозаично, что то самое заветное место, которого мы все мужчины, значит, к нему стремимся. У них они понимают, что они знают, что оно требует, скажем так, много хлопот доставляет. Ну, даже касательно вот этого месячных и так далее. То есть получается, что женщины более организованы, чем мужчины, потому что они знают, что вот у них это регулярно происходит, и если они не будут это постоянно иметь в виду, то это, в общем-то, как-то будет какой-нибудь конфуз неприличный. Вот. На их взгляд неприличный. Опять же, приличие тоже странная вещь, конечно. Чистой воды театр. Чистой воды. Потому что все знают. Все же знают, что все ходят в туалет. Но, тем не менее, не делают же это все на виду. Потому что театр. Нельзя портить спектакль.